Каждую весну на дорогах российских городов можно наблюдать одну и ту же печальную картину. Ухабы, колдобины, ямы, выбоины. Каких только слов не придумано для описания этой беды. К сожалению, Ульяновск не является исключением из общего правила. Привлечь внимание городских чиновников к извечной проблеме решила партия «Единой России». В рамках партийного проекта «Народный контроль» ульяновские единороссы запустили акцию «Внимание, ямы». Принять участие в ней могут все неравнодушные к состоянию дорог горожане. Весь реестр всех дорог, где большое количество ям и совсем проблемные дороги, участки дорог, мы будем сообщать, уже передавать в администрацию города Ульяновска для устранения. Потому что я сам автомобилист, и, конечно, ездить по таким дорогам иногда очень достаточно неудобно, и более того, жалко уже машину. Показать пример – это лучший способ привлечь внимание к проблеме, считают в «Единой России». И поэтому активисты партии вышли на улицы города и стали обводить большие ямы светоотражающей краской. По мнению единороссов, таким образом можно привлечь внимание общественности и чиновников, а также предупредить водителей об опасности. Краску нанесли в центре города, впереди и другие участки магистрали в остальных районах. Когда сообща это будем делать, когда количество людей будет негативно на эту проблему внимание свое обострять, соответственно, проблема будет решаться. Потому что я считаю, чем больше людей будут показывать проблемные точки, тем быстрее администрация города будет это все исправлять. Как уже говорилось, участие в акции могут принять все желающие. О состоянии дорог можно рассказать по телефону 30 28 48. Все сведения будут переданы в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.